дисплейный модуль на Samsung Galaxy A70, оригинальный, проклеенный, с термопастой. Эти модели почему-то без динамиков идут. Цена его 90 евро, сегодня купил. Довольно дороговатый. Телефон тоже не дешевый. Итак, стоит у меня на сепараторе, снимаем. Здесь вот был удар. Вот, ну и крышка немного приподнята чуть-чуть, поэтому попробуем начать отсюда. Крышка у нас пластиковая, что облегчает задачу. Нагреем чуть-чуть. Учитывая, что пластик, долго греть не будем, то все деформируется. Кодовое название телефона. А705. Так, ну здесь, я полагаю, это рамка. Сейчас мы ее снимем. Дисплейный модуль, как вы заметили, идет цельный, с рамкой, поэтому просто перенесем все. Системную плату, батарею, нижний модуль на готовый дисплейный модуль.
вытащить сим-слот. Камеры открыты, не забываем. Отстегиваем батарею. Такой мощный основной шлейф. Коаксиал. Так, системка у нас привинчена одним винтом, по-моему. Был серьезный удар, я бы сказал, что дисплей, защитный экран немного погнутый. Об этом, конечно, нужно сказать клиенту. Как видите, неплохая вмятина. Один из компонентов даже он оставил свой след. Поэтому, ну, звуки есть, я подключал зарядку, звук зарядки идет. Снимаем виброзвонок. Так, динамик, аккуратно нужно снять динамик. Давайте сразу перекинем. Так, резиновая прокладка обязательно она у нас стоит. Так, это у нас передняя камера, датчики всевозможные, термопаста. Так, здесь у нас снимаем коаксиал вместе с нижним модулем. Так, это у нас, судя по всему, оптический датчик щетка пальца, который идет вот сюда, вот в отверстие. Нижний модуль у нас, по-моему, нигде не прикручен. Аккуратно извлекаем его. Обычно на двухстороннем скотче обычном.
Застегиваем дисплейный модуль. Так, что у нас тут? Внизу больше ничего нету. Контакты. Они у нас здесь стоят, поэтому переносить не будем. Коаксиальный укладываем. Вроде бы все. Так, включаю сепар. Смотрим, что будем делать с батареей. Тот же скотч, что на 7 Galaxy, по-моему. На 8, на 9. Ну, давайте лучше поднагреем чуть-чуть. Она вроде как идет. Так. Непонятно, вроде как и идет. Давайте нагреем лучше. Не будем рисковать, дабы не повредить обшивку. Итак. Переносим стенку в винт обратно. Застегиваем коаксиал. Нагревается батарея, подровняем скотч, не будем его снимать, добавим немного клея Т7000, оставим для баланса. Нормально. Так, что у нас с батареей?
Так что без нагрева не снимайте. Скотч не очень крепкий, но зато его много. Практически по всей поверхности батареи наклеен. Если вам попадется данная модель, имейте в виду. Итак, ставим батарею. Надо будет ее приклеить на что-то. На что мы можем приклеить? На 3М. Никуда она не денется, батарея сидит плотно, зажатая с двух сторон, не как в айфоне. В айфонах, если ставить батарею без двойного скотча, она будет там болтаться, в самсунгах редко такое бывает, поэтому куда не денется. Две полоски, 3М, все в порядке. Так, не знаю, заряжена батарея или нет. Давайте поставим рамку и включим аппарат. С оригиналами, как правило, ничего не случается. Хороший качественный дисплей. Чувствуется качество оригинала. Небольшая монобровь, так называемая. Неплохой бюджетный вариант стоит. Смотрю в этом, в гугле, около 21 тысячи рублей, что ли. Считайте, если разбить дисплей, 90 евро цена дисплея плюс установка. Я беру 30 евро, просто человек, который мне принес, больше за него бы не заплатил. Парень из Африки. Даже удивился, что он готов был и столько заплатить. Эти ребята много не платят. Могут потратить полчаса, час запросто на то, чтобы сторговаться. Хотя бы скинуть 5 евро, вот они будут торговаться, стоять, терять время. Это особый вид клиента. Сложноватый, так скажем. Все, винты на месте, сим на месте. Ну понятно. Все аккуратно, клеить здесь ничего не пришлось. В этом плане
Данная конструкция удобная, сняли. Ну, единственное, крышку, конечно. Крышку приклеить намного проще и быстрее, чем дисплейный модуль. Ставлю 120 градусов. Удалим излишки двустороннего скотча. Эти сгибания, скомкивания двустороннего скотча потом приводят к неровностям. Эти неровности потом приподнимают крышку, залетает пыль. Соответственно, крышка потихоньку начинает отрываться. Добавляем Т7000, нет, Е8000. Наносим строго на двусторонний скотч, не надо лепить на антенны NFC, да, всяческие, там, допустим, пластики, строго туда, где стоит двусторонний скотч. Так как и должно быть. Много раз открывал телефоны. Клей наляпан. Вообще сказать, куда не наляпан. И камеры там, и болты, и все заклеивают. Симпатичный свет. По-моему, три цвета всего таких, три или четыре. Розовый, черный, синий, голубой, то есть. Все, оставляем для просушки крышки, ну, думаю, полчаса в такую жару. Нормально будет. Всем спасибо за внимание. Это был еще один несложный ремонт дисплейного модуля, точнее замена, если руки на месте. Каждый может заменить дома. Всем спасибо за внимание, друзья. Это был смартфон Samsung Galaxy A70. Я Дов, подписывайтесь на канал. А вот и клиент пришел. Всем спасибо, до новых встреч.